Здравствуйте, добрый вечер. Сегодня у нас будет очередной салат. Да, я хочу салат сделать, потому что мне нужно маленький только кушать. У меня два картошка здесь. Будем терка, два морковка, два картошка, три яйца, один огурцы соленые. Все это будем готовить. Терка сделаем на большой терке. И потом майонез. Опорожним. До готовности терку сделаем сейчас. Нашу картошку и морковку. Все у нас закончилось. Я формочку поставила на первое время, чтобы круглый взять где-то форму. Поэтому у меня здесь курица, я уже майонез сделала. На первое время мы положим вот так формочка, чтобы крупный понадобится. И я положила всю курицу, мне ложек надо. Положим в сторону, края возьмем и ровно сделаем нашу курицу. Я уже майонез сделала с солью. Сейчас время кризиса. Дома не совсем у всех есть все ингредиент. Поэтому у нас только сегодня будет чуть-чуть экономней салат. Что делать? Да, наши дети хотят кушать, поэтому экономим. Все, теперь наша картошка тоже сделана уже, майонез. Тоже формочку положим и ровно сделаем. Везде ровно сделаем. Сначала картошку и курицу. Потом формочку возьмем. Нам только нужен крупный формочка, поэтому у нас вот такие будут формочки. Вот так положим, все. И все. Теперь формочку возьмем. Когда формочку возьмем, обратно ровно сделаем. Нам только нужен форму круглый, поэтому я. Теперь половину курицы вот так здесь положим, половину в другую сторону. Должно быть круглые вот такие. Постарайтесь круглые сделать. Долго же так же с картошкой. С помощью руками можете круглые сделать тоже. И ложкой.
нас картошка. Что осталось? На ложке. Положим и ровно сделаем везде. У нас формочка нормой ровно сделана. Теперь у меня огурцы здесь соленые. Огурцы без майонеза. Вот так положим. Теперь нашу морковку положим, тоже так же ровненько. У нас морковка сделана, у меня здесь два яйца белые. Белок и желток я отделяла. Теперь вот так без майонеза мы будем ровно сделать. Нам не нужен майонез, поэтому ровненько мы сделаем. Края я не положу, на края мы положим свекла. Все у нас готово, теперь свекла положим вот так края. Майонез сделано, соль посолена, ровненько мы будем сделать свекла. Вот так ровненько мы сделаем везде края. И потом глазками строим. Все у нас закончилось. Я только не показала. Я поставила яйцо, желток и свекла поставила, маус сделала, глазки, носки и брови. Вот такие у нас собачки получилось. Видом собачки получилось наш салат. Очень вкусно. Давайте поставим на холодильник где-то часок. Попытается, а потом у нас готово будет. Через часок мы будем кушать. Все, наш салат отдохнула. Выглядит вот так. Ну, посмотрите, кому понравилось. Я не показала, как я поставила яйцо и свекла здесь. Глазки и брови все знают, как сделать. Ну, давайте будем отрезать. Надо вкус попробуем. Какой у нас вкус получился. Это очень вкусно будет, потому что огурцы соленые и сухие. У меня уже сынок здесь ожидает на ожидании. Ну, как-то так. Ну, давайте посмотрите. Утренний тоже вкусно и очень приятно. Вкус попробуем.
вкус очень вкусно. Ну, давайте всем до свидания. Кому понравилось, поставьте лайки, напишите на наш канал. Нажмите колокольчик, но у него видео приходит вам. Ну, давайте всем до свидания. Пока-пока.